приезжаем второй год. Нам понравилась регата в прошлом году. Было 47 участников. Мы заняли второе место в общем зачете. Вот, приехали на этот раз победить. Тут много, да, что можно сказать по поводу привлекает. Это ветер, вода, экипаж, да, который экипаж работает над собой. Да много чего. Это дело непростое, и требует работы всей команды. Происходит это в основном на палубе, конечно. Но здесь сидит штурман, и в любых условиях. Вот смотрите, значит, у нас дублируются все системы, выведенные в кокпит, дублируются на мостике. Штурман увидит, значит, картплоттер, он видит глубины. Значит, у нас есть видеокамера на топе. Сейчас вам скажет привет наш дизелек. О, слышите этот звук? Заработал GPS. Мы видим наше местонахождение на карте. Все, что необходимо, все под рукой. Значит, есть мобильная GPS, с которой можно заниматься парусами на палубе и все видеть. Есть все, что необходимо. Есть интернет, видеоконференции, наши семьи спокойны за нас, уверены в нашей победе.